Смотрите в этом выпуске. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний страны, «Сургутнефтегаз», стала партнером ТПУ. В университете открылась первая в стране диджитал-лаборатория страхового дома ВСК. Уже больше сотни станций водоподготовки собрали разработчики ТПУ по губернаторской программе «Чистая вода». В октябре вузы-участники проекта 5.100 отчитались о реализации своих дорожных карт, принятых в прошлом году. Заседание Совета по повышению глобальной конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации прошло 25-26 октября в Калининграде. В нем приняли участие авторитетные международные российские ученые, эксперты и бизнесмены, входящие в состав Совета. Команда Томского политеха также рассказала членам Совета, каких результатов университет достиг за минувший год, с какими вызовами и сложностями столкнулся, и самое главное, как после перенастройки ключевых процессов университет выходит на путь устойчивого развития. Напомним, в прошлом году ТПУ взял курс на реформирование структуры университета для повышения качества подготовки инженеров будущего, способных не только работать с современными технологиями, но и инициировать создание совершенно новых. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний страны стала партнером Томского политеха. В октябре в университете впервые прошли Дни Сургутнефтегаза. В течение недели студенты политехники проходили профессиональные тестирования, знакомились с историей, основными направлениями деятельности и руководством компании. Участвовали в ярмарке вакансий, деловых и интеллектуальных играх. Сургутнефтегаз! 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 Навсегда! А четверка лучших студентов по итогам прошлого учебного года получила именные стипендии от компании. К ним добавились еще и гарантированное трудоустройство. После окончания учебы ребята отправятся работать на предприятиях «Сургутнефтегаза». Кстати, недавно журнал Forbes включил компанию в пятерку лучших работодателей страны. Сегодня на предприятиях компании уже работает более 500 выпускников ТПУ. Ежегодно работу здесь находят порядка 30 выпускников, а около 60 студентов проходят практику. И в октябре университет и компания подписали генеральное соглашение, рассчитанное на 10 лет. Оно охватывает самые разнообразные области сотрудничества, от совместных научных исследований до, конечно же, подготовки студентов. Мы единственная компания, у которой в своем спектре все, мы сохранили все. Как я всегда говорю, что у нас от общепита, социалки, дома отдыха, бурение, разведка, КРС-ПРС, все направления, транспорт, у нас все свое, поэтому специалисты любых направлений нам нужны. Но больше всего на сегодняшний день это, конечно, геология, разработка, механики, электроэнергетика, вот эти направления, которые жилищное строительство, транспорт, я говорил, эти направления более востребованы, то что они идут более быстрыми шагами развития. В 2018 году форум «ЮНОВУС» проходил в Томске с 10 по 13 октября. В нем приняли участие более 3500 человек. В этом году организаторы ушли от традиционной программы. Основные мероприятия на этот раз проходили в формате воркшопов. Томский политех стал соорганизатором хакатона и двух таких воркшопов. Их участники предложили свежие решения для повышения эффективности действующих ТЭС за счет использования цифровых технологий, а также для создания единой системы управления знаниями внутри региона. Инициативы всех команд участниц были собраны в единую дорожную карту реализации стратегии научно-технологического развития на территории Томской области. А хакатон был посвящен теме «Цифровые решения для нефтегазовой отрасли». За 44 часа его участники должны были решить актуальные задачи, предложенные игроками рынка и специалистами ТПУ. На вооружении у них были инструменты из области машинного обучения и интеллектуального анализа данных. Во время ЮНОВУСа жители Томска познакомились с возможностями умной теплицы, которую разрабатывают ученые ТПУ. Экспериментальная теплица смонтирована на площадке около научного парка. На 300 квадратных метров собраны ноу-хау ученых в области агробиофотоники. Здесь политехники изменили подход к освещению растений. Они используют светильники собственной разработки со специальным спектром излучения, необходимым растениям. Светильники энергоэффективны, потребляют на 20% меньше энергии, чем традиционные. На благо мегаурожая приходят и микроводоросли. Ученые университета разработали биореактор для хлореллы, где эти водоросли-малютки растут гораздо быстрее и насыщаются полезными микроэлементами. Жидкая суспензия из хлореллы – отличное удобрение для урожая смарт-теплицы. Сейчас она работает в деморежиме, а официальное открытие планируется провести до конца года. Здесь же гостям ЮНОВУСа свои возможности продемонстрировали роботизированные комплексы ученых из Юргинского технологического института ТПУ. На форум в Томск они привезли роботизированную косилку и агроробота. В ТПУ открылась первая в стране диджитал-лаборатория одной из крупнейших российских страховых компаний – страхового дома ВСК.
Она появилась в кибернетическом центре вуза. Это рабочий класс, укомплектованный компьютерами и всем необходимым программным обеспечением. Рассчитан он на 10 мест. Его особенность состоит в том, что студенты будут работать здесь над реальными проектами компании и проходить оплачиваемые стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства. Пройти такие стажировки смогут студенты 3-4 курса бакалавриата и магистранты. Отметим, также в октябре университет и страховой дом ВСК подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Уже больше сотни станций водоподготовки собрали разработчики Томского политеха по губернаторской программе «Чистая вода». Юбилейная, сотая по счету станция в октябре отправилась в город Асино. Чтобы понять на самом деле значение программы «Чистая вода», надо хотя бы раз попасть в такую ситуацию, когда у вас из крана желтая вода течет с железом или с марганцем, или это постоянно происходит вообще в вашем населенном пункте. Поверьте, я в такой ситуации был. В прошлом году политехники собрали для районов области 70 таких станций. Согласно планам, в 2018 году в отдаленных поселках региона должны появиться 47 таких водоочистных комплексов. А это качественная питьевая вода для еще 28 тысяч жителей региона. Для нового этапа программы станции были модернизированы. Например, в них появилась система для оперативной передачи данных о работе станции и неисправностях. Мы разместили таким образом оборудование, что его удобнее стало обслуживать эксплуатирующим организациям, удобнее и дешевле. Мы в этом году сюда добавили модули, связанные с коагуляцией. Это для северных районов очень актуально, потому что вода там, помимо того, что в ней много железа, в ней еще много содержится органики. Томский аэропорт может получить имя выдающегося политехника Николая Камова. В России стартовал масштабный общенациональный проект «Великие имена России». 45 аэропортов страны, в том числе и Томский, будут названы именами знаменитых соотечественников. В региональный список выдающихся земляков, составленный Общественной палатой Томской области, заслуженно вошел авиаконструктор, создатель вертолетов К, выпускник Томского политеха Николай Камов. Открытое голосование за конкретные имена стартует на официальном сайте проекта 8 ноября. ТПУ в октябре посетила делегация ПАО «Микрон». В университет приехали генеральный директор Гульнара Хасьянова и директор по стратегическому развитию Карина Абаген. Напомним, что «Микрон» – ведущий российский производитель микроэлектроники. Этим летом вуз и компания уже подписали соглашение о сотрудничестве, а теперь руководство «Микрона» ближе познакомилось с технологическими возможностями ТПУ. Сотрудничество университета и компании позволило студентам-политехникам присоединиться к образовательному проекту «Умная микроэлектроника». Его особенность в том, что студенты получают не только доступ к уникальным материалам в области микроэлектроники и интернета вещей, но и могут предлагать готовые решения для серийного производства. Во время октябрьского визита руководители компании встретились со студентами ТПУ, участвующими в проекте. Политехники поделились своими первыми идеями разработок в области микроэлектроники. Новости одной строкой. ТПУ улучшил свои позиции среди ведущих вузов стран БРИКС по версии QS. За год университет продвинулся на 10 позиций и вошел в топ-40 рейтинга, заняв 39-ю строчку. Среди российских вузов ТПУ занимает 9-е место. А по такому показателю, как доля иностранных студентов, ТПУ в тройке лучших университетов страны. ТПУ подписал соглашение с одним из крупнейших научных институтов в Центральной Азии – Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана. Вместе они будут готовить специалистов по ядерной энергетике для республики. ТПУ вновь принял школу-конференцию молодых атомщиков в Сибири. Здесь студенты, молодые ученые вместе с более опытными коллегами обсудили вопросы ядерного нераспространения, безопасность ядерной отрасли в целом, проблемы радиоэкологии, ядерной медицины и многое другое. Студенты-аспиранты ТПУ получили стипендии имени Вернадского за исследования в области экологии. Всего стипендиатами фонда в этом году стали 10 политехников. ТПУ провел вторую школу научной коммуникации. Участниками масштабного научно-образовательного мероприятия стали молодые ученые и сотрудники наукоемких компаний из 16 городов России. Более 100 первокурсников в этом году стали победителями конкурса «ТПУ. Твой путь к успеху». Это ребята, поступившие в вуз с высокими баллами за ЕГЭ и по результатам олимпиад школьников. В течение первого семестра они получат дополнительную стипендию. На стадионе «Политехник» завершился монтаж новой открытой спортивной площадки для занятий воркаутом. Здесь есть все необходимые снаряды для базовой тренировки. Одновременно на площадке могут заниматься более 15 человек. 17 ярких и познавательных мероприятий подготовили политехники в этом году для Томского фестиваля науки, который прошел на площадках ТПУ и Планториума. Так томичи всех возрастов посещали интересные мастер-классы, экскурсии по лабораториям, квесты и шоу химических экспериментов.
Политехники взяли награды на олимпиадах по математике. Студенческая команда ТПУ заняла 2-е место на всероссийских состязаниях и 3-е на международных. На реакторе ТПУ ликвидировали последствия условной аварии. Там проходили 2-дневные учения по гражданской обороне. По легенде, на реакторе произошла разгерметизация трубопроводов первого контура реактора.